Всех приветствую на своем канале, с вами я, Сальтуха. Сегодня мы начинаем такое прохождение игрушки, называемую Half-Life. Yes. Игрушка, конечно, 98-го года. Ну что, говорит, если раз раздавали халявно, почему бы и не пойти? Добро пожаловать. Раз я поставил русский язык. Черная месса. Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра Черная месса. Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса с ожидаемым повышением до 41 градуса. Красота. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Да уж, это сейчас дура будет очень долго говорить всякую херню, но хотя бы нравится то, что я поставил, смог поставить русский язык, поставить язвочку. И административное здание сектора Си. Спасибо. Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне 9 и пересесть на охраняемый поезд. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черная месса» за помощью. Это необходимо для получения доступа в охраняемую зону. Короче, я абсолютно не шарю за Half-Life, поэтому будем разбираться, по сути, во время игры. Чё почём. Я где-то раз 3-4 запускал в это время, ну чё проверить вообще, чё почём. Запрещено курить, есть и пить в транспортной системе Черной Мессы. Так хотелось. Гейб Ньювелл. Оставайтесь на поезде при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд преимущество имеют люди с ограниченным возможностью. Остерегайтесь шин высокого напряжения и следуйте к аварийной станции до прибытия помощи. Короче, еще прикол, смотрите. Игра 98-го года, но смотрите, тут бляха-муха. Когда движется херня, смотрите, мы прыгаем. И нас откидывают сюда. Даже в современных играх не всегда есть такая херня. Хоть малейшая. А тут 98-го, бля. Есть. Давай поискай меня. Я вообще никаких обзоров не смотрел, никакого прохождения, ни сюжет разбор. Сам не играл ни разу, сам ничего не смотрел. И короче, дали. Смог взять сразу брачек. О, Гордон Фримен. Мужчина, 27 лет. Это мы. Образование доктор наук. MIT. Теоретическая физика. Должность научный сотрудник. Назначение лаборатория аномальных материалов. Зависит от качества вашей подготовки. Доступ уровень 3. Мы ученые, вот как тот лысый. У вас есть друг или родственник, наниматель засекречен. Который может оказаться ценным сотрудником Черной Мессы. В данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Да уж, конечно, ехать тут очень далеко. Да какой? Ты случайно не спешишься, не кинешь меня коробочку? Если у вас есть знания и опыт работы. Там Бекумс! Или просто обоссали потолки и стены. Да уж, на бляха, муха, как долгое начало. Это просто жестко. И вроде бы по этому громкости не громко. Я тут еще просто проверю. Но внутри меня это очень громко. Запланированные проверки уровня. Я, наверное, буду кричать, чтобы себя услышать. Является обязательным условием работы в исследовательском центре Черной Мессы. Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием для немедленного уничтожения. Чил. Если вы почувствовали, что в процессе выполнения своих обязанностей вы подверглись действию радиоактивных материалов, немедленно сообщите об этом ответственному за радиационную безопасность ОПЦ. Ля. Бдительно и благоразумно. От этого зависит ваше будущее.
Прибываем к тест-лабораториям сектора Си и администрации. Наконец-то здания. Мы приехали. Так долго. Так мучительно. Сейчас охранник должен подойти. Пожалуйста, не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа. Давай. Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. Спасибо и удачного и безопасного вам дня. Йоу. Здравствуйте, мистер Фриман. Похоже, вы опоздали. Ебать, ну конечно я столько ехал через жопу. Давай, открывай мне. Скорость тут, конечно, бешеная. Че ты? Шли. Извините, я на службе, мистер Фриман. Ну ладно. Давай, мистер Фриман. Я мистер Фриман, давай. Ну чё, открывай, блядь, хуй смотришь. Какой-то нам пин-код. Бля, у тебя руки-круки. Спасибо. Ну? Кого там охраняете? Я ничего не могу понять, что там. Что там такое? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Аномальный материал. Воу-воу. Чё? А, ну ладно. Нормально. Тут. А, это, бля, я испугался. Привет, йоу. Мистер Фримен. Для тебя куча сообщений. На систему минут 20 как слетела к чертям, я до сих пор все восстанавливаю. Обычный день. У них там были какие-то проблемы во второй тест-камере, но, по-моему, уже все в порядке. Просили тебя передать, чтоб ты влез в скафандр и дул прямо туда. О, боже, эй, что ты делаешь? Ну же, Гордон. Хочешь, чтобы я влип? Воу-воу-воу. Ладно. Я не знаю, просто что-то... Я что-то жмал. Окей, сюда не могу пойти. Опа! О май гад! Суки. Опа. Здравствуйте. Приветствую. Йоу. Конечно нет. Извини, Гордон, но я сейчас ужасно занят. Ага, ну и сидите, значит, без этих петухи. Смотрите, мне не сюда. Так, нашивка в том, что не ускорится, а наоборот замедлится. В принципе, для чего-то это нужно. Фримен? Я. Это я, Фримен. А. Эстонии. Привет, извините, мистер Фримен, у меня предписание не пускать вас без скафандра. Да где, сука, скафандр-то, ёпта? Где скафандр? Не... No spunking area. Туалет. О боже, что ж ты делаешь? Это не я. Большинство результатов моделирования... Это не я. Знаешь? Опа. Раздевалочка. Кывай. Я тоже срач хочу. Кывай. Я знаю, что ты там. Анида, пуш. It's not push. It's push B. О, наконец-ка. Или что, мне сюда нажать куда-то? Это мое. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных условиях. Да, я тебе тоже привет. Защита включена. Сенсоры загрязнения воздуха. Привет. Йоу, what's up? Доброе утро, Гордон. Образец только что был доставлен в тестовую камеру. Ну. Спасибо. Спасибо. Як и бидво. Давай, пускай меня. По-моему, вы ошиблись шлюзом, мистер Фриман. Я не могу вас спустить. Ну и пошел ты к черту. Ты на месте, да? Я уже, сука, заплутал. А, мать. Тяжела жизнь научного сотрудника.
Я потерялся. Интересно, не нужно. Нет, не нужно соси. Бля. Так где? Куда мне? Да, выглядит это. Это вы, сэр, уже забрались в эту консервную банку? И чё хуни-то? Очко свое фотографируешь? Чё ты машешь головой туда-сюда? Я знаю. Давай, пускай меня. О, спасибо. Спасибо. Лево. Урод. Пускай меня. Какой у тебя... Ой, ужасно. Мне пиздец громко, я не могу еще убавить. Я корный бабай. Тути-т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 ути
Да-да, бро. Потом... Я потом геноцид сделаю, не бойся. Давай. А. Жесткий спидраун. Control room. Приветствую. А, Гордон, ну наконец-то. Мы только что послали образец персонажа. Да, еще. Мы уже исследовали его масс-спектрометром. Все в основном понятно, нужна аппаратура с большим разрешением. Администратор убежден, что результаты анализов мы получим сегодня вечером. Но думаю, что это займет порядочно времени. Порядочно. Мы все. Ждем тебя, Гордон. В тестовой камере. Пусти меня. Запрещен. Да ты сука. What the fuck? Что? What the fuck? Вова. Параметры контейнера все еще. Пусти меня, гнида! Давай. Мне вниз, типа? А, нашел. Нет, мне не сюда. А нахера я сюда? Ладно, что-то не понял. А ну уходите, я тут жестко спидраню. Бонихоп. Тестово. А что из-за. Ребята. А, вы мне должны были пропустить, спасибо. Это думал, это факт. Подходит к медической. Воу-воу-воу. Что ты? Происходит с нашим оборудованием, черт побери. Ну капец, короче, какой-то. Мышь это произошла. Кушает. С самого начала. И все. Ну ладно. Аливадерчи. Я же сказал, спрыску сделаю здесь. А что, уже приехал? А, кнопочка. Йоу, what's up? Ну и пошел ты нахер. Больно хочу с тобой говорить. Здрасте. Боюсь, что сегодня мы немного отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но ради великой цели. Это хорошая возможность для нас. Это самый чистый образец, который мы только видели. И потенциально самый нестабильный. Нет, нет. Мне не нравится это. Если провести стандартную процедуру введения, все будет хорошо. Ну, не знаю, как вы так можете уверенно говорить. Согласен, что вероятность резонанса в основных каскадах системы минимальна, но все-таки... Гордону совсем не обязательно все это слушать. Он высоко квалифицированный специалист. Мы ведь уже убедили администрацию, что все пройдет отлично. Ну хорошо, вы правы. Гордон, мы полностью доверяем тебе. Ладно, пора приступать. Давай впустим его. Я мне не нравится. Если что-то пойдет не так, я геноцид сделаю, я предупреждаю. Че за хуйня? Кто куда я посебал? Раз, два, три. Все кажется в порядке. Кто со мной говорит?
Ну хорошо, Гордон, в скафандре тебе ничего не грозит. Очень скоро артефакт будет доставлен. Если ты будешь так любезен и поднимешься наверх, чтобы запустить роторы... Да я только что там был, вы чё прикалываете? ...будем создавать 50% и будем удерживать его на этой мощности, пока не прибудет тележка. Это тележка, чё? Какая она вот мощность? А, теперь меня открыли. Ну-ка, шо будет? Шо? Так, это какая-то тележка там, я вижу. Это чё, типа... Блядь, как это называется, хуйня? Очень хорошо. Теперь приступим. Базовые эмиторы. Первого уровня. Отсчёт. Три. Два. Один. Один. Ух, ух. Чё это? Да, сука, я нихуя не слышу теперь. Так. Где это? Аудио. Громкость эффектов, нахуй. Нет, нужно еще поменьше громкость эффектов, нахер. О, все, так получше будет. То пиздец громко, это и ничего не слышно, о чем мне говорят. What the fuck, смысл? Громкость эффектов, громкость MP3. Ладно, давайте если поменять. Да ёканый бубай. Конденсатора перегружения на 1. Нет, на 5%. Это я думаю, не проблема. Нет, да. Ну если бы. А, вот параметры уже вроде бы вернулись в нормальное состояние. Продолжаем работу. Продолжаем работу. Сообщили Гордон, что радио готов, он прибудет с минуты на время. Шняга. А чё у меня 24 хп снесусь это было? Я упал куда-то? Ну давай, чё ты. Двигай. Бля, что-то, сука, дурное происходит. What the fuck? Блять, что-то дурное жестко происходит. И что случилось? Оу, что случилось? Почему меня сюда сосало? Не, но. Но. Воу. What the fuck? Чё за гониды? Я не хочу. Друзья, не подходите. Загрузка. Непредвиденные последствия. А, фух. Нормально, отпустила. Йоу. Да пусти. Yo, what's up? Ты медик? Я украл. Воу. Нет, голова. Давайте футбол. Бум. Йоу. Эу. Куда мне? Сюда? Пусти. Пустишь? Так нафига себе, какая скорость у Фримена и этого Ротшильда. Сыны. Почему они не слушали? Мы пытались. Воу, хэдкрабы. Йоу. Пустите. Какой вдох запущен? Хорошо, что в скафандре.
Нужно сообщить об этом всем, а телефоны не работают. Пожалуйста, поднимись на поверхность и как можно быстрее, и пришли помощь. Я включу для тебя сканер сетчатки. Думаю, остальные ученые с радостью тебе помогут. Ну и пошли, что ты? Показывай путь. Ну-ну-ну. Давай открывай. Открывай. Давай. Воу-воу-воу! Мужик! Бомба-бомбам! Бля, 20 на хп. Ебава, не по... Ай-яй-яй, коко-чамба! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу, монтировочка! А ну открой! Мужик! А куда мне? А мне вверх! Воу-воу-воу-воу! Да бля... Ну бля... Опа! О, да. Ты будешь жить, бро. Нормально? Кто там бьет? Давай херач по ним. Бро. Ой, я не хотел. Это Рофлс. Уходи. Уходи! На! У меня 20 на хп! Да иди нахер! Нахер иди! Кока-чамбо! Не хочу я с вами сражаться! Я в ОХП! У меня ой как мало хп! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! А мне сюда! А, маленький нацист! Убивай его нахер! Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Открывайся. Бежим, ёбаный. Беги, полудурок. Какой привязу? Иди. Конченый. Воу, дебил. А он, сука, стоит. Мудак. Хули ты стоишь? Сука. Обмудок. Чё, долго я буду умирать? Где, бля? Где это я? Короче, понял. Вот сюда и залез, вот. Вот так вот. Оп-хоп. Я тут появился. Пацанчик. У, молодец. Воу-воу-воу, гнида. Салет, спасибо. А, тут уже было. Открывайся. Воу-воу-воу! Тихо! Воу! Тихо, иди нахуй! Гандон! Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо! Водичка! Опа! Сосать! Прыгай! Обмудок! Попади ты в... Сука, тупой еблан! Сука, блять, не может залезть. Дебил, сука, жирный фримен. Воу-воу-воу, полегче. Уэ, what the fuck? А нахуя это сделал? Здорово. Блять, я утонул, блять. Пизда.
Да у меня хп нихуя нет. Вы чё, блядь, прикалываетесь, сука? Аптечка, блядь. Всё, типа, тихо. Надо хилиться. Бля, ебать мало. Сосать. Ты тоже сосать. Ты тем более соси. Иди умри, собака. Воу-воу-воу. Тихо. Тихо вокруг. Да соси мой пенис. Опа, потом. На, понял. Попущенный. Хераси, сколько в него пришлось отдать патрон. Капец. Все, нам сюда. Нет, нам не сюда, вот сюда вот. Ебать, управление говна. Водичка. Патрончик. Спасибо за патрончики. Активирую хуйню. Эй, бля! Тихо-тихо, меня жди. Шкибри-шкиби. Крико! Да уж, хп. Воу! Воу! Воу-воу-воу! Ребята, вы кончены! Я кибидво! Это что за мини-игра? Не-не-не, хопкат. Не нужен ко мне. Капец. Тихо. Реально мини-игра какая-то ебаная. Не-не-не. Не надо мяу-мяу, блядь, мяу-мяу. Мяу-мяу, блядь. Вот тебе мяу-мяу. Ёганы бабата, блядь. Ёганы пизда. Капец. Ладно, понял. Нет. Тоже сосни. Заткнись. Вы не мертвы! Нахер вас так дохера? Воу! Куда мы лезем? Минус. И ты тоже минус. А ты не минус! Сейчас минус, все. Ух, можно захилиться. Хоть что-то радует. 66 кп. Ладно, сойдет. Они не умерли! Я паркурил с детства. Я и не так, блять, паркурил. Опа. Что это такое? Я хочу посмотреть. О, халява. Что за диск? Да диск, бля. Ладно. О, броня. Бля, сколько тут бомжей? Бля, они друг друга убивают. А мне нравится.
О, пидор! Тихо. У меня пистолет. Пистолет сильнее, чем харчки. Оу, ебать. А это, думаю, что это за хуйня? Тихо. Без паники. Хилимся. Хилимся, живем. Да уж. Слишком какая-то экшоновская игра. Не знаю уж. Не ожидал такого. Пусти меня, гнида. Ага. Что у нас тут? Не очень нравятся мне эти подвешенные херни. Это паркур? Это паркур. Воу-воу-воу! Куда падаешь, ёпта? Тихо. Ну, легко. Изи. Ага. Конечно, тут, сука, потеряешься раз 17. Да, блядь. Пошли. Ну-ка, что тут у нас? Давай, открывай. Так, окей, мы перешли на другой. Мы оттуда вот всосались. Опа. Поднимаемся. Сейчас топудово офисы. Сейчас топудово какая-то срань произойдет. У меня только 16 батон. В смысле? Я думал, тут прицеливаться они. Опа. Воу-воу-воу. Че за хуйня? Кто, сука, там бросается? Туда, бомжи. Надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Здорово. Чё вот это? Чё у тебя тут? Тихо. Понял, да? Сейчас нужно вот эту шнягу нейтрализовать. 4 патрона на гнида нужно. Ёбаный рот. Идёшь? Пошли. Да я собираюсь там здесь, пошёл на хрен. Да в смысле я не могу? Больно нахуй надо. Ну ладно, и не так уж надо мне туда. Привет. Я зачем сюда? Блять, меня наебывают, туда же можно. Она, конечно, еба. Да откройся, я верю. Или мне нужно на время, я что-то не понял. Нет. А чё тогда? Что ты, сука, мусор? Ля, там тараканчики. Я ломаю всё. Нахули то. Идёшь? Дальше я не пойду. Ну больно нахуй надо. Ай, бля. Так, захилимся. Так, чё-нибудь.
Но больше ни хера нет. Так, для начала мне нужно выключить розетку. Так, где мой ломик? Вуга, Донио! Блять, еще раз, сука, гниво-жоп. А ну, съебался. Да сколько вас тут, суки? Заебись. Трофус. Да ебаный Рофус. Чего-чего, но это прикручивание я не ждал. Тут он. Умер нахер. Воу-воу. Здравствуйте. Ты где? Что ты, Мадуан? Я знал, что это произойдет. Но администратор даже бы и не послушал. Ладно, ботан, ты там один. Ух, сука, сука. Гадкие мрази. Первый лег. Второй за ним. Сколько чё-то. Вот ебать. Жаль, взял. Чё тут такое курва? А ну! А, окей, мне сюда. Ща-ща-ща, быстренько запаркуем. Так. Ладно. Идем со мной. Я Гордон Фримен, ёпта. Ты куда ты, блядь? Сюда. Всё? Чё тут у нас? Тратьте. Готов. Моча. Колбас. Так вот делают фарш. Чё тут? Да ёкарный бабай. Давай, лезь. Воу-воу-воу-воу-воу, ёбнутый. Ебать, у вас тут мужиков, муживанов и нацистов. Тихо, тихо, тихо. Братан, чё ты там? Давай, шмаляй по гнидам. Но. Воу-воу-воу. Не-не-не-не-не. No. Не-не, блядские шлючки. Ладно, давайте на этом... закончим, если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на нас, с собой Сатура. Всем хорошего настроения, всем пока.